Мудрая обезьяна следит за битвой двух тигров, сидя на дереве. Так звучит известная китайская пословица. К середине марта большинство стран мира четко сформулировали свою позицию по войне в Украине. Китайская же сторона все еще балансирует. Правда, чаша весов начинает немного склоняться в сторону Киева, хотя бы на уровне официальной риторики. Посол Поднебесной в Украине прямо заявил о восхищении единством украинцев. Китай и Украина – это стратегические партнеры. В этом году это 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Китай – дружественное государство для украинского народа. Я, как посол, могу с ответственностью сказать, что Китай навсегда будет хорошей силой для Украины и в экономическом, и в политическом плане. Что касается санкций против России, то Китай не готов присоединиться к ним напрямую. Вместе с тем, тональность его позиции также сменилась от полного пренебрежения угрозой санкций в сторону резких заявлений о возможных негативных последствиях вторичных ограничений, которые могут затронуть сам Пекин. Китай выступает против односторонних санкций и юрисдикций с длинными руками, введенных американской стороной в любой форме, и будет решительно защищать законные права и интересы китайских предприятий и частных лиц. У американской стороны никогда не получится добиться поддержки и сотрудничества Китая, размахивая палкой санкций. Мы призываем американскую сторону ни в какой форме не подрывать законные права и интересы Китая. Если американская сторона настаивает на своем, Китай обязательно предпримет решительные контрмеры. Обвинять США – дело для Китая привычное, стратегические соперники все же. Между тем, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, считающийся детищем лидера Китая Си Цзиньпиня, еще в начале марта объявил о том, что все действия, связанные с Россией и Белоруссией, приостановлены и пересматриваются. Показательно и резкое отрицание Китаем появившейся информации о запросе российской стороной военной помощи. Китай будет продолжать содействовать мирным переговорам и играть надлежащую роль в украинском вопросе. Я хотел бы подчеркнуть, что Китай является страной с большим авторитетом, когда речь заходит о мире и безопасности. Любая попытка отрицать усилия и искажать намерения Китая безответственна. Эксперты сходятся во мнении, что Пекин, скорее всего, воспользуется ослаблением России в экономическом плане в своих целях. Это хорошо видно по рынку энергоресурсов. Если раньше Россия могла торговаться, то уже теперь у Китая есть все основания диктовать свои условия. Владимир Старикович, Белсат.